Аня Крюкова занимается вокалом по 2 часа в день, 5 раз в неделю. В студию «Синяя птица» она пришла 2 года назад. И за этот короткий срок уже добилась результатов. Девочка – лауреат многих престижных конкурсов и фестивалей. Один из последних – «Золотой голос России». В отборочный тур заявилось 3000 исполнителей. И только единицы получили заветные дипломы, в том числе и Аня. «Золотой голос России». Я там получила второе место и 2 третьих. Главное – хорошо слушаться учителя, мне кажется. Потому что если его не слушаться, то ничего не выйдет, и ему не будет интересно и тебе, и тогда ничего не получится. Репертуар – это 50% успеха любого певца, и здесь очень важно, насколько педагог правильно подойдет к выбору именно вот не просто репертуара, но еще и, значит, тональности, да, характера песни, ведь у каждого ребенка свой склад внутренний. Чани, чани, смешной чудак, ты с экрана смотришь снова в огромный дом. Чани, чани, великий маг, не промолвил даже слова. На конкурсе Аня исполнила 3 песни – «Чарли», «Радость», «Привет» и «Танец в стиле джаз». Кстати, красивые костюмы юной артистки – творение ее мамы. Оба родителя девочки заинтересованы в ее блестящей карьере певицы, впрочем, как и она сама. Я хочу стать известной певицей. Я не хочу быть ни на кого похожей. Ну, возможно, через год я поеду на «Голос дети». Если видишь звезду впереди, так иди к ней, ты обязательно к ней придешь. Потому что горизонт, он рядом, вот недалеко, только надо захотеть, руку протянуть, да, и всего лишь. Да, это здорово, я знаю об этой мечте Аниной, работаем над этим вопросом, и почему нет, почему нет? Если у вас есть заветная мечта, и вы все еще сидите и ничего не делаете для ее достижения, то посмотрите на Аню. Она отличный пример того, что мечты сбываются. Главное – трудиться и верить. Лучшее все, лучшее ждет нас впереди. Лучшее все, лучшее верь, и за сердцем идея.